Давайте будем честны, ребята. Костюм моего стенда самый крутой. Выглядит хорошо. Надеюсь, если я буду молчать, то никто не заметит, как я тут расцветаю. Я вообще в шоке, где что-либо. Это так стыдно. Ведь я в гребаном железном подгузнике. Ты должен быть благодарен хотя бы за этот подгузник. Ведь Вове у тебя были одни только ремни. Да и зад был говожопый. Да, Кокейн, ты должен быть благодарен хотя бы за это. У меня под этой повязкой вообще ничего нет. Я могу чувствовать, как гребаный ветер бьет меня по заднице каждый раз. Настес, бро. Мне нужно побыстрее найти остальных и рассказать им про способность Дио. Наконец-то кто-то достойный пришел. Его кровь действительно меня разочаровала. Я лишь слегка почувствовал эссенцию Джостеров. Его кровь слишком грязна. Он был слишком туп и попытался спасти своего друга Польнарефа. Не стал игнорировать его, как своего дружка Кокейн. Джотара, держись! Но ты, Джозеф, ты настоящее сокровище здесь. Внук Джонатана. Самый ближний кровный родственник, который еще жив. Не двигайся и попытайся отдохнуть Джотару. А дедушка отомстит за тебя этому ублюдку! Даже несмотря на то, что я уважаю Дио, я не могу отрицать факт того, что моя первая встреча с ним была до нелепости жалкой. Он лежал под полкой, словно он пьяный чувак какой-то. Кто там? Что ты делаешь? Ха-ха, крутые туфли, чел. А какая у тебя была с ним первая встреча? Эй, ты в порядке? Я тебя не понимаю. Даже если Дио и заставлял тебя присоединиться к нему, ты выглядишь как сильный и потянутый парень. Ты мог просто ударить его и убежать. Мы говорим сейчас об одном и том же Дио? Ну да, погляди, он же вообще безобидный. А? Где я сейчас? Я внутри какой-то штуки! Хорошо сработались, Дио. Серьезно, ты помнишь, как мы друг друга ненавидели, мой брат? А сейчас посмотри на нас. Мы великолепный дуэт. Ты наивный дурак. Единственная причина, по которой я общаюсь с тобой так, это потому что я подготавливаюсь к тому, чтобы забрать у тебя все, о чем ты когда-либо беспокоился или любил. Все заберу. О, какие удобные сисечки. И это я тоже заберу у тебя. А, Триш, я услышал, что ты плачешь. Что-то случилось? Я увидела монстра. Монстра? У него были большие страшные глаза. Я услышала звук, так что я проснулась. И он смотрел на меня. Он убежал, как я закричала. Пожалуйста, не дай ему забрать меня. Ох, Триш, тут нет никаких монстров. У тебя просто был страшный сон. Правда? Вот тебе волшебный поцелуй и никаких больше страшных снов. Нет, щекотно. Попытайся уснуть, пожалуйста, хорошо? Доброй ночи, папа. Доброй ночи. Что за? Что за хрень? Was that the bite of 87? Эй, Шизука! Сьюзик Ю, я не прошу тебя простить меня, но я хочу, чтобы ты услышала то, что я скажу. То, что я сделал, было большой ошибкой. И то, что я скрывал от тебя это все годы, это был мой подлый, трусливый поступок. Но... ты единственная женщина, с которой я хочу воспитывать детей снова и снова. Ты единственная любовь всей моей жизни. А? Ох, Джоджо, эгоистичный ты дурак. Я же чувствую то же самое. Хей, Джотро, вчера я видел, как ты ухмылялся. Значит, ты можешь улыбаться? Покажи мне. Нет. Если ты не улыбнешься, то я тебя буду просить и просить и просить и просить и просить и просить. Хей! А что случилось с Польнарефом? Кто знает. Не могу уснуть. Чувство, словно за мной следят. Мам? Что он делает? Он просто стоит здесь. Что за? Он пропал. Он увидел камеру? Нет, нет, этого не может быть. Но куда он тогда исчез?
Теперь идут самые важные вопросы. А? Ты ненавидишь бобы? Нет. Лабенне, а что насчет яблок? Ненавидишь их? Яблоки? А какой вообще придурок не любит яблоки? Ага, Бруно Буччевати не любит бобы и яблоки. Демальта! О, да завались ты уже. А? Реми? Реми, ты тут? Буш! Ага, попался! Нет, не попался. Выигрываешь, внучок? Внучок? Ах, да! Я люблю спагетти аль неро ди сеппия. Спагетти аль неро ди сеппия лучшие. Мы должны пойти поесть спагетти аль неро ди сеппия. Может, хватит? Если ты знаешь название одного блюда, ты не должен говорить так, словно все уже знаешь. Что ж, я люблю спагетти аль неро ди сеппия. Я знаю, о чем говорю. Тогда скажи название всех этих паст. А ты тогда скажи название всех видов чая. Выкусила шара. Макака! Вообще-то, это орангутанг. Побежденные животные показывают свое брюхо как признак поражения. Чем больше ты знаешь? Вот же задроты. Мой костюм на Хэллоуин – это охотник на вампиров. Отец, ты в порядке? Да, нет. Мой сын меня предал. А, мороженое! Это что? Это... Вот, возьмите. Ура, мороженое! Вот, пожалуйста. А где это Джоторо? А, он сказал, что пойдет сбреть свою бороду. А, мне уже 79 лет. Я никогда не видел своего внука с чертовой бородой. Открой свои глаза пошире. А? Наконец-то. А? Скажи прощай своим волосам. А? А зачем я должен открывать свои глаза широко? Спасибо за то, что проводили меня, Джостеры. Ну, или Куджа. Не уезжай, дядя По. Эй, я не уезжаю надолго. Но прежде чем мы встретились еще раз, это для тебя. А? Так у тебя всегда будет маленький кусочек меня с собой. А когда мы встретимся снова, то мы просто боп, и все. Снова лучшие друзья. Пока! Пока-пока! Почему только я не получил подарка? Ждем Жан-Пьера Польнарефа. Он уже не тот человек, которого ты помнишь. Я хочу, чтобы ты была готова к этому. Конечно, я готова. Мы же все очень сильно поменялись с того времени. Разве нет? Hey! О, похоже на старого доброго Пола для меня. Привет, Пол. И тебе привет, Джоджо. Hey, ты помнишь? Конечно, я помню. Крутая колеска, Пол. Серебряная колесница 2.0. Давай-ка возьмем ее и намотаем пару кругов. О, привет, Джоторо. Так приятно увидеться с тобой. Я не видел у тебя года, я так сильно соскучился. Чего это я вообще переживал? Хей, папа, погляди-ка на мой новый наряд. Ты выглядишь как шлюп. Прям как ты. А? Слушай сюда, юная леди. Ха-ха, Джоторо, спасибо тебе! Я, Дио, снова живой! Эй, это просто пранк, Джоторо! Это же я, твой старый смешной старикан! Эй, Джоторо, вставай! Эй, Джоторо! Куджо Джоторо умер от сердечного приступа. Ну-ка быстро стер эту хрень с экрана! Это самый крупный парк развлечений здесь. Когда я получу деньги, я хочу туда сходить. Вау, выглядит супер круто. Я тоже туда хочу. Джоторо, Джоторо, смотрите-ка. Вы должны это попробовать. Я уверен, Джолина-то точно понравилась бы. Идем, папа, идем. Вы за кого меня считаете? Вашим папкой? Что ж, нет. Так что идите и доставайте своих отцов. Ера-ера, все мы идем в парк развлечений. Джоторо! Тебе нужно отпустить меня! Джоторо! Всем добра! На связи Асвата! Как же я за всеми вами заскучал. Я не выпускал так долго выпуски, потому что был занят работой, ремонтом и еще кучу других оправданий. Но сейчас
я влюся в свой обычный ритм и потихоньку снова буду радовать вас своими новыми видео. Так что ставьте лайки, пишите в комментариях свои реакции и что вам понравилось больше всего. Меня это очень мотивирует идти дальше. Вас уже целых 23 тысячи! Это просто невероятная сумма для меня. Спасибо вам большое за то, что вы со мной. А сейчас всем спасибо за просмотр и пока-пока.